Добрый день! Сегодня мы снова в фирменном автосервисе компании Liqui-Moly, и сегодня я представляю новинку. Это абсолютно новая смазка для пальцев тормозных систем. Это смазка для тормозных систем на основе полиэтиленгликолей и предназначена для самых современных тормозных систем, для пальцев с покрытием из полимера. Вот такого небольшого количества смазки вполне достаточно для промежутка между первым и вторым ТО. Смазку нужно наносить в очень небольшом количестве. Она не должна выдавливаться из соединения. Данная смазка используется при каждой ревизии тормозной системы. То есть меняете или проверяете вы состояние колодок, надо обязательно очищать направляющие и смазывать. Вот такого пакетика достаточно на два суппорта.